Сьогоднішні зміни до Конституції прокоментував і голова політради опозиційної платформи «За життя» Віктор Медведчук, проти якого, нагадаю, днями відкрили кримінальне провадження. Політсила сприймає це як прямий політичний тиск. Ось як Медведчук оцінює такі ініціативи влади. Подобные изменения, которые сегодня внесла Верховная Рада, сделала пиар-ход в интересах власти. Согласно социологическим данным, которые проводятся за последние 1,5–2 года, уровень поддержки НАТО не превышал 40–42% в реальных социологических исследованиях. Как можно при такой полярности взглядов вносить изменения в Конституцию, даже если они декларативные? Я считаю, что это циничный обман граждан. Второй вопрос. Когда мы говорим о том, и сегодня главная проблема для страны – это мирное урегулирование на Донбассе, ведь власть и те, которые сегодня голосовали, хорошо знают, как люди, которые сегодня проживают на неконтролируемой ситуации на Донбассе, относятся к НАТО. И при этом, желая сегодня сделать все, чтобы эти люди вместе с территориями вернулись в Украину, они, игнорируя это мнение, суть и главное значение будет иметь сама избирательная кампания, подсчет голосов и определение победителя. А то, что происходит сегодня в Украине, а именно те сообщения в СМИ, которые звучат, в отношении фальсификации выборов, подкупа избирателей, регистрация огромного количества кандидатов через своих представителей в избирательных комиссиях всех уровней, которые будут влиять на ход подсчета голосов. И вот эти результаты, и сам ход избирательной кампании может, хотя, безусловно, этого бы не хотелось, быть результатом того, что наши выборы могут быть не признаны.